Сегодня 20 марта, день весеннего равноденствия. Это одно из уникальных явлений природы, когда солнце переходит из южного полушария в северное. Тем самым во всем мире день становится равен ночам. Этот период считается астрономическим началом текущего времени года. В день весеннего равноденствия начинается Новый год у многих народов планеты, в частности, в мусульманских странах. В этот день свет и тьма разделяются поровну. В давние времена, когда не было календарей, весну определяли по солнцу. Поэтому считалось, что именно с этого времени начинаются обновления в природе. Первый весенний гром, набухание почек на деревьях, буйное прорастание зелени. День весеннего равноденствия особо почитается и в языческой вере. Считалось, что в этот день весна приходит на смену зиме. После него продолжается. Продолжительность светлого времени суток начинает увеличиваться, и день становится длиннее ночи. В 2018 году весеннее равноденствие произойдет 20 марта в 16:15 по московскому времени. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.